Евангелие с поразительной грубостью, но зато с определенностью и ясностью для всех выражена та мысль, что отношение людей к нищете, к страданиям людским, есть корень, основа всего. Кто одел голого, накормил голодного, посетил заключенного, тот меня одел, меня накормил, меня посетил. И кормили, и обували, и одевали. В 91-м голодном году надо было еще доказать право накормить людей. Но доказывали и кормили. Тогда вся семья помогала. Все были вместе. Сыновья помогали ладить столы, складывать печи. А дочки с утра готовили. Все время на ногах, Таня, Маша. Надо было накормить много народу. Одни за столами, а другие уж в очереди стоят. Но кормили и радовались, потому что все были вместе, все были со мной. Со мной. И все-таки деревенская нищета, на которую нагляделся за те голодные годы, менее страшна, чем нищета городская, отягощенная унижением и пороком. Во всем этом я мог убедиться в дни московской переписи, когда замыслил к делу переписи присоединить дело помощи нуждающимся. Помню, когда я в первый раз пошел в так называемую Ржановскую крепость, где мы должны были начать перепись, то еще не дойдя до этого знаменитого на всю Москву ночлежного дома, я мог уже составить свое первое представление о его обитателях. Козюлька, козюлька, козюлька! Козюлька! Она голенище украла! Голенище украла! Мамочка, что ты в самом деле? Мамочка! Ишь, разлеглась! Здравия желаю, ваша сестра. Здравствуйте. А вас там ждут. Я сейчас провожу. Да не спули ты, сейчас отвезу твою маманьку. Ну и вот куда же. А, найдутся, подберут. Милости просим. Они сейчас в большом доме, что над колодцем. Я провожу. Милости просим. Осторожней, ваше светлость. Во дворе. Осторожней. Какие-то обделенные судьбой люди грелись у костра. Тут сквозь. Это, видимо, потому, что холод в жилище выгнал их на улицу. А чего же нас-то переписывать? У нас ведь нет ничего. Вон она, который день лежит не емши. Может, теперь и не встанет. Агафья. Агафья. Вон она. А сама-то она кто же? Она была распутная, а теперь никто не берет. Вот и взять-то и негде. Агафья. Ну чего, чего надо? Глика. Так вы что же, совсем не ели ничего? Вчера не ела, сегодня не ела. Ну, это вот возьмите. Батюшка, а мне-то ничего не дадите? Да, да, да. Сохрани вас, Господь. Сережа, иди сюда. Сережа, иди к нам. Иди, иди, не бойся. Ишь, залетел. А что тут у вас? А ты заходи, посмотрим. Угостим тебя. Некуда мне. Что же это у тебя за дела такие? Мне жилье искать надо. Зачем? А то хозяина забрали. Квартиру закрыли, опечатали. Ну, тогда оставайся с нами. Да? Еще чего не хватало? Не бойся, не бойся. Не останусь. Сережа, пойдем со мной. Куда? Ну, я скажу, куда. Тогда он испугался, убежал.
Может, не поверил, а может, изверился уже. Дай копеечку. Добрый парень. Христа ради. Дайте и мне денежку. Дай Бог тебе здоровья, Христа. Он Агашке рублевку дал. Вот, и мне денежку дал. Сережа, ну что ж ты? Ну пойдем со мной. Не ходи. Не ходи, обманет. Иди, иди. Барин добрый, иди. Иди, барин добрый. Иди, иди. Иди, иди. Ой, милый ты мой. А добрый барин привел мальчика Сережу в свой дом, отвел на кухню, чтобы его там накормили и обиходили, и забыл о нем. Отвлекся своими делами. А когда вспомнил, и зашел на кухню, чтобы посмотреть, ну, как он там, то узнал от кухарки, что мальчик Сережа 3 дня как ушедший и ничего не сказавший. Это меня озадачило, помнится, оскорбило даже. Ну, как же так? Но, вдумавшись, я понял, что, может быть, мальчик-то Сережа вовсе не нуждался в этом моем благодеянии. И поняв это, я ужаснулся тому, какое же сложное дело я надумал. Что сделать благое дело вовсе не значит загнать людей под крышу, как загоняют стадо баранов. Я подумал, что тут могут оказаться какие-то новые сложности, что каждый захочет жить так, как он хочет. А поняв это, я задумался о многом ином. Трудно мне было дойти до этого сознания, но когда я дошел, я ужаснулся тому, в каком же заблуждении я жил. Я стоял по уши в грязи и хотел вытаскивать из этой грязи. В самом деле, что я хочу, думал я. Хочу сделать так, чтобы люди не были холодны и голодны, чтобы люди могли жить так, как это свойственно людям. Я хочу этого и вижу, что вследствие насилия, вымогательств, уловок, в которых я принимаю участие, отбираются у трудящихся необходимые, а не трудящиеся, которым принадлежу и я, пользуются с излишком трудом других людей. И этим людям я иду помогать. Я иду помогать бедным. Да кто бедный-то? Беднее меня нет никого. Я ни на что не годный паразит. Вожь, пожирающий лист дерева, которому хочу помочь, видите ли, хочу лечить его.